Любое время, день и час. Он рядом с нами пребывает, проходит мимо наших глаз. Его никто не замечает. Возможно, именно сейчас единым воздухом с ним дышим. Он шлет послание для нас, его послание не слышим, не слышим. Он постучится в двери вновь, но по привычке не ответим. Он принесет свою любовь, а мы опять ее не встретим.